очень рад, что на поле команда. На поле есть команда, и вот это основное. Мне кажется, это залог того, что новые победы обязательно будут. Поэтому вам спасибо. Очень важно. Мне кажется, что мы научились брать свои очки у главных конкурентов. Потому что раньше у Крыльев вот, берем у лидеров, а с главными конкурентами, к сожалению, очки теряем. Вот это научились, значит, и с лидерами научимся разбираться. Все. Спасибо. Видно, что сражался все. С двумя стрелями. Спасибо. Спасибо, ребят. Так, держать, давайте, ждем четвертого победы. Спасибо. Работаете по всем направлениям, по нападающим. Что, у тебя как нога нормально? Нет, это... Как это не надо? Ну, научить. За ветеранов-то как?